таблетки тебе, колесики. Нихуя упаковка какая плотная. Да пиздец, 112 рублей, блядь, мукалтин, ебаный урод. Мукалтин. Ну что, сюда копейки, блядь. Ну, 12 рублей. Да ты, блядь, какие стоп. А, блядь, не сходил в эту. Сейчас. Ну и дальнейшие наши движухи по Любанькиным документам пройду через бычин дворик. Может быть, быча здесь сидит на лавке. Хотя вряд ли. Пойду в МФЦ, забыл со скольки до скольки там этот перерыв, чтобы Любку туда-сюда не таскать. А то никак эти, блядь, дети малые, пусть на месте там стоит с ребятами, а я один схожу, гляну, так быстрее бы. Так, МФЦ, наш протеже уже не работает, сейчас мы познакомимся с новыми. Расскажу. Я блогер, занимаюсь помощью людям, в частности, восстановлением документов. Здесь мы уже неоднократно были. Да, пойми. Можете? Нет, не я приду на консультацию. Я хотел бы поинтересоваться, можно ли прийти человеку, который без документов, но у него оплачена госпошлина, фотографии есть, талончик из полиции. Можно. Да, и лучше прийти, наверное, в 15 теперь уже, да, номер? 15 номер. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Такая прям деловая. Не хочет слушать, но придется. Придется слушать. Не знала она, что включена камера. В следующий раз мы ее предупредим о последствиях. Хорошо, что сказала можно. Еще бы она сказала нельзя нам, да? Великому и ужасному каналу ТВ Маэстро. Так, вот сигаретки я все пораздал. А самого нету ни хера. Мам, смотри, самолет горит. Мам, вон. Смотри. Мать честная, ты снимаешь? Да. Ой, какой кошмар. Ты что теперь? Я не знаю. Он что, падает? Да. А! Все. Ой, упал. Мама дорогая. Ё-моё. Ой, вообще ужас какой. Боже мой. Пипец. Дим, кинь мне. О нашей встрече что там говорить? Я жду её. Как жду стихийных бедствий, дома с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий, дома с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. О чем просил, делал мигом я каждый день старался сделать.
разлюбил последний бунгат. Не ври, не пей, и я прощу измену, и подарю тебе большой театр и малую кремлевскую арену. И подарю тебе большой театр и малую кремлевскую арену. А вот теперь я к встрече не готов. Боюсь тебя, боюсь ночей интимных, как жители японских городов боятся повторения Хиросимы, как жители японских городов боятся повторения Хиросимы. Подпишитесь на канал ТВ Маэстро в Ютубе. Друзья, подпишитесь на YouTube канал ТВ Маэстро. Призрачно все в этом мире бушующем, и есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Счастье дано повстречать или беду еще. Счастье дано для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Спасибо, друзья. Напишите комментарий, поставьте лайк и переходите на канал YouTube ТВ Маэстро. Далеко, далеко, далеко журавли улетели, опустили поля, среди ночи бушуют метели. И лететь журавлям, и лететь журавлям нет уж мочи. И присели они на поляне в лесу среди ночи. А на утро они все на юг полетели далеко. Лишь остался один на поляне бродить одиноко. И кричал он им вслед: помоги!
пожалуйста, братцы, больше моченьки нет, нету сил от земли оторваться. И присели они, помогая уставшим братцам, помогли ему встать, помогли ему в небо подняться. И опять понеслась журавли быстро крылая стая, журавленка с собой уносила все ввысь улетая. Так и в жизни порой, коль от стая добился крылатая, доказать мы должны, что у жизни законы все святы. А злодейка судьба продолжает шутить и смеяться. Упадешь в грязь лицом, и никто не поможет подняться. А злодейка судьба продолжает шутить и смеяться. Все друзья отойдут, и никто не поможет подняться. Подпишитесь на канал ТВ Маэстро YouTube. Ребята, обратите внимание, идет у Аслана с Бульбашом капитальный ремонт. Вот они себе отсыпали новую дорожку. Вот, видимо, будут укладывать собянинской плиткой, возможно. То есть люди занимаются делом. Сегодня у нас какое число-то? 17 августа. Ребятки вроде бы приехали, Аслан приболел. Сейчас мы посмотрим, что там с ним. Аслан приболел. Я с Любкой сегодня занимаюсь. Через полчаса закончится обед в МФЦ. Я уже сбегал. Все там нормуль. Сейчас пойдем. Подадим документы на паспорт. Ну а пока полчаса есть, я решил. Ну нормально, насыпали дорожку. Удобнее стало ходить. Не по шпалам, по щебеночке. Вот здесь они не здесь, вроде бы были здесь. А теперь уже не здесь. Куда-то свинтили. Вонище, грязище, блять. Ебаный чихпых. Зато полотенце висит. Пахнет как в курятнике. Так, а здесь вот жил этот борода Славик. Тоже его тут хату растормошили, но он, видите, сделал себе лежак на досках. Вот, отгородился. Сделал небольшую такую нишу. Наши ребята не хотят так делать. Ну и Славик куда-то пропал, не знаю. Так, ну и ребят нету. А куда они могли пойти? Ну, куда-нибудь поработать, так сказать. Могли пойти. Но ничего не написали. И по дороге я их не встретил. Сейчас где-нибудь найдем. Так. А вот она и наша братва. Я их там под платформой шукаю. Они отдыхают тут на солнышке. Хорошо им. Здрасте. Я только не дам. Снимаю. Че, Манечка, устала, да?
Сколько вагончиков сегодня разгрузила? Два, три? Я баню убрала. Баня дура. Женя приехал и снимал нахуй. Что бы сказал, что... Нет, Женьк не был. Это четыре дня назад. Он сказал, где был. Ты сказала, чтобы он здесь был, чтобы съемку сделал. Да он не был. Сказал, чтобы Аслану, маэстро, не сниматься. Он не понимает, вы его сама не видел. Ты сама сказала это слово. Не было его. Я ему тоже всю ночь сказала, капец. Это что за хуйня? Типа он приезжал, да, и сказал не сниматься. У Аслана и у маэстро? Аслана и маэстро, и как его там? Бавленский поворот. Который? Ну, Дима маленький, да? Небольшого роста. Да, постоянно приезжаешь. Ну. Ты сама придумала Манька или что? Она только что сказала. Ну такое не говорила. Блядь, Маня, ты что применяешься? А где Санек? В магаз побег? Санек в магазин побежал? Сигареты хотел. Вот он. О ком писали все газеты. Здравствуйте, мужчина. Как ваше ничего? Вашими молитвами. Блять. Колбаса у них тут, о, блядь, смотри. Была. Мороша. Только кефирник хотел. Мороша. Стаканчик, хлебушек. Ну, джентльменский набор. Чё-то сегодня ты не спрашиваешь, сколько по этих часов просмотра у тебя, я и сам не смотрел. Сейчас глянем. Гром, две медику. И пусть не трясется. Ряша, ну жарко пиздец. Чё там, как там? Волга, матушка. Стоит, сюда идёт. Вспять не повернули вы ещё её? В другую сторону не потекла? Волга. Нет, нормально. Валера, как всегда. Валера, как всегда. Опять же, убежал от нас нахуй. А, он здесь, в Москве, но убежал, да? Нет, там убежал. А, там убежал. Иди, сходи на этот магазин. Возьмем бутылку водку, кефир и кефир. Фреш? Флэш. Флэш. Флэш? Флэш-млэш. Флэш-моб. Не, флэш, он 37 или 39. Этот, блядь. Раньше... Раньше ели редьку с квасом, да? Не, раньше был мультфильм, блядь. И пердели громким басом. Не, Чип и Дейл, блядь. Эй, Бульба. Там был... Бутылку водки, одно кефир. Бутылку водки мне, кефир Аслану и себе фреш. Флэш. А, ну да. Две флеша. Две флеш, бутылку водку, одно кефир. Не перепутай. А то все возьмешь. Две водки, один флеш. А я один кефир. Детям мороженое, бабе цветы. Да, да. И маньки прокладывают. Да, между рулем и сиденьем, блядь. Там это Юра или кого-нибудь выявишь. Зови сюда. Ириночке привет передавай, там продавщицы с сиськами с большими. Ирину Мань! Ой, она прям тает, Аслан. Ну, Мань, выходи мне замуж. Пожалуйста. Ты такой мужика не найдешь потом, Манюш. Я тебе серьезно говорю. Манюшка. Маня застеснялась. Манюш. Ты не Манькуля. Ты не Манюшки. Давай я тебе стаканчик налью, потом можешь скажешь. Да. Давай я. А стакан ты? А, вот. Помогу. Я вам так помогу, любимый.
Любимой как не налить. А где ЗАГС находится? Недалеко, я сегодня там был. Рядом. А где вот это, мои документы? А, да, да. Все, я устал. Все, давай готовься. Стаканчики ебать, мы погнали. Нет. Пока я откуда там не буду. Машунь, расческу. А где твои баулы? Я могу завтра передумать. Где твои баулы? Спрятал или проебал? Где они? Спиздили? Да, вчера ночью. Эх ты. Ребята, сегодня 18 дней. Бухаю. Давай, Мань. За 50 лет совместной жизни. 50 лет протянешь со Сланом? Ребята, Манька, Манька осталась только, которого не знает Бухова. Так, кто-то звонит, отвечу. Это если монетка у Маньки закатится. Если монетка у Маньки закатится в кошельке в дамском, да? Можно доставать. Не, ну. Не, заклепка. Обойдемся. Это заклепка, а да? А вот это что? Иди в баню. Ты посмотри туда. Бля, дурак, а! Иди в масольник. Это все вещи, все попроебало, да, Машунь? У меня... Да, на этом, в Питере, когда я спала. Где ты спала? За мостом здесь? Недалеко от Петровны. А, от Петровны, на лавках что? Да. Ну, ёб твою мать. Мань, да, вот эта красотка, где Мань? Слышь? Алло. Подожди, говорю. Да, я... Глянь, любимый ухаживает. Маня, как за каменной стеной будешь? Там же. Смотри, там же. Я туда закину ее. Опа, фляжечка. Фляжечка. Под коньячок. А там водка. Водка, да? Такая вот фляжечка. Целая. Ну, у тебя и когти, Маня. Ёб твою мать. Это ж пиздец. Вижу. Были, блядь, у меня ушли. Куда ушли? Сумки. Помнишь, два пакета и сумку была. А, я думаю, ушел этого, блядь. Как его? Не, секонд-хенд. Секонд-хенд. Ребята, машина продам. Машина оставит ключ у нас. Нашелся? Это поло мое. А. Это, ребята, вот это, которое я уже почти допил. Зубная щетка. Джентльменский набор. Ребенок одел. На! Иди, Ваня. Маня, только используй по назначению, а то я знаю сейчас. Все, будешь тыкать, куда попало. О, наконец-то. На, вот это засунь свои пиздюка. Когда Валерия был девушкой, то все было нормально. И зимой я могу одевать. Такие сандали. Охуенно. Я знаю, бля, гредик будет мало не покажет. У них сейчас жарко. Вот. А ты объясни ему. Приобрети. Машину. А? Санюшка идет. Как ты его, Санюшечка называешь? Санюшечка. Александр. Он же Пушкин, он же македонский.
гражданский, выкинем подальше. Вонючки-то мои. Вонючку мою выкинем. Кто-нибудь подберет, по-любому. Да. Мир же не без добрых людей. Ну да. О, спасибо. Не, мне, смотрите, он мне подал. Ребенок. Свои себе отдал. Да, я знаю. Рамиль нахуй только что шел. Я видел их, они вон там сидят. Славик, Рамиль. Снарвиби сидел, да? Да. Да, Славик, Рамиль, кто там еще? Шел с нардами нахуй. А я как раз только с подземки выхожу, и он, блядь, пиздец. Я говорю, куда нарды нахуй поволок? Что-то буркнул. Что-то буркнул нахуй. Подворотню свою нахуй пошел. Там скорая стоит, там хуй поймешь. Mm-hmm. А здесь в его доме скорая? Да, напротив этого подворотня. Что-то, блядь, сам бурканул нахуй. Что он бурканул, я не услышал нихуя подземки, блядь, народа нахуй. И нахуй столько денег потратил. Что? Да хуя денег тратишь, Саня. 25 тысяч, блядь, одно кефире и двое фрешки. Бля, ну купил еще нахуй, блядь, три пары джинсов нахуй, блядь. Еще скажи, блядь, комната снимал. Я вам так сниму. На три дня. На 10. Мань, они только этого и ждут. Не хватает женской ласки. Иди в баню. Иди в баню. У меня два брата есть, это главное. Я на них туда пришла. Я сколько на улице еще у меня на футболе? Да под тридцатку тоже давит. Тяни, сидишь, вот сейчас во ветерок, да? Хорошо. Угу. Бля, на солнце выходишь. Я не знаю, как это Женя тут сидит нахуй, блядь. Вообще целыми днями, капец. Бля, он же толстый, понимаешь, а толстым вообще хуёво. Угу. Саня, ты можешь, чтобы один день спать под хорошо байк? Только на сегодня. На завтра. А че со смайка? Опа! Манюня, тебя сегодня приглашают в гости. Он боится, я там не ночую без вас. И он боится тоже без меня. Ты будешь это самое, Ларису Ивановну гонять нахуй. Иди, а я Дима Димаш могу. Иди, у меня рука тяжелая, знаешь. Я знаю. Наливай, наливай. Так что мне не тяжело. Наливай его. Бля, я тебе давно это говорил. По-любому тебе надо. А как ты хотел? Сегодня вечером а пойдешь, да? А я сколько могу? Комбатил все мозги. Как-то у тебя, если тебе эти вечера денег не находишь, там у меня будет это писать, то что осталось? Я тебе еще вечером приведу. Да мне одному пол-литра, блядь, вот маленький нахуй, пол-литра, ну, хватит. Пойдет со мной. А маленький я сам. И Бульбаш отправить домой. Он прямо сейчас скинет деньги. Соберем, найдем клич, я кину он в прямом эфире. Дальнобойщики ездят в Беларусь. Отправим, нехуй делать. То, что у него, блядь, паспорта нет. Да хер с ней, это военный билет. Похуй паспорт. Да, похуй нахуй. Просто понимаешь, что когда ты здесь, блядь, я не могу зайти домой, допустим, я так... Это не в суть то, что ты причина моего, что почему ты... Иди, я тебе сколько раз он говорил. Он такой ответственный человек. Сначала ты пиздуешь, а потом я... Мне надо пиздовать. Ты в любое время можешь выйти, нахуй. Я в течение двух дней отсюда уеду. Нихуя. Не, ну как воспитан человек, так он будет. Потом человек. Я сама переживаю, что он домой не идет. Давай я сегодня подниму этот вопрос. Вечером прямой эфир из дома буду заводить. Кину клич по этим, по дальнобойщикам, кто ездит в Беларусь. Отправим. Не, я отправлю. Там по другой теме.
Ты просто иногда вот, когда с нами, ты должен понять просто. Смотришь на него, разговариваешь, да? А на самом деле, когда живешь с человеком... Да понятное дело. Живешь, спишь спиной за спиной, блядь, вот, я всем перед Булебашовым говорю, перед всем, кто... Вот единственный человек. Я говорю, Валера кинул. А я кто тебе? А ты вообще пиздобол. Не пиди срока. Ай, блядь, ты блондинка вообще, я забыл. Исхудал, кожа Костина. Ёпта. А, маэстро, мне спросили, а с какого лена я такую рыжу покачу? Я говорю, такая была. Скелет остался, кожа обтянутая. Я и буду всегда. Ну ты сама попросила светлые волосы. Ну у меня рыжий выходит, я знаю сама. Но. Старый лет. Что ты, по ногам бей. Ой, дай мне бухать там. А ты не выебывайся. Дай не выебывайся. Наливай мне туда. Прям не трогайте, и так там ничего не осталось. Я тебе выебывай. Какая вчера его? О, а если что, пизди по ногам. Дебольная нога. Нет. Подложи и приподнимай. Я по заднему, я его упал. Это помягче. Поймешь. Как это, водка будешь? Водка будешь? Кефир не буду. Нет, водка будешь, чтобы запивать кефир? Кефир. Нет, кефир не запивает. Понятно. Мне позже его искусь ласкать. Так, ну и теперь мы с Любани идем в МФЦ. Время уже около 3. Обед прошел. Пойдем? Да. О, уже шахматисты, нартисты. Да. Да, ну мы сейчас документы сдадим. Мы сейчас сдадим. Блядь, такая жопа большая стала. Пиздец. Она в меру купит. На казенных харчах. Ну, не ваш пик, наверное, да? Все в пол. Пойдем. У меня все в пол. Надо. Откармливают, а то ребенок, блядь, маленький стоит. Ветром сдует, он не заметит. Да, заветный кабинет. Здрасте. Юрушки, засмотрелся. Что там у тебя? Какой номерок? 42. Присаживайся, пока. Где ключи, где посылки, где от этого. Нет, все, они у тебя, что ли, или там? Да, у меня все. А у тебя ключи? Ёшкин. Я говорю, подойдите, блин, нафиг, пророку. Они лежат там тут. Без тебя не может. Я попросить, если подойдет, блин, сама возьму. Положу. А я начальница. Сейчас тут недолго. 3 бумажки заполнить. Нет, по поводу паспорта. Да, у меня самое документы, все, что я собрала. Так, да, ну, паспорт, вы смотрите?
Не, я вот все документы, все, что я надо. Я даю бланки сейчас, вам идите заполнять. Мне тут скажут вашу фамилию и отчество. Так, Угодникова. Угодникова. Любовь Михайловна. Число 82, 07. Как число? 7. 07. Нет. Число месяц будет прошло. 12.07. И год? 82. Так, сейчас идет оплачивать госпошлину, фотографию. Оплачено. Да, все, у меня оплачено, кстати. Где она у вас оплачена? Вот, все, оплачено. У нас оплачено. Вот, смотрите, у меня оплачено госпошлину. Хорошо, там написано, хорошо. У меня все, вот, все, не можно выйти. Да, я здесь хочу. Народ потерял уже, конечно, там сюда. Значит, не знаю, что написано. Да. Все правильно писал, она, врач. Мне понравилось, что это исправление. Так, заявление о письме и что будет заявление. Нет, нет. Мы уже были, мы заполняли документы. Шестой у вас талончик? Нет, у меня 47. Нету 46. Нету 46. 46 у вас талончик? Нет, у меня 47. Что, у меня 5 талончик, что ли, брат? Нет, я с девушкой. Thank you.
Согласна, я так пишу в чат. Пацан никак не может документы заполнить. Ошибки делает. Что, все? Все. Через 10 дней. Через 10 дней? Это когда? В следующую пятницу. Да. Это уже за паспортом. Все, видишь, как все просто. А ты мозги ебал с 24 мая. 24 мая гонялись. Любанька, чуть что, звони. Я тебе, кстати, позвоню по поводу материалов. Подъеду к вам там сюда. Да, только втихаря. Втихаря, втихаря, конечно. С Валерой. Я тебе скажу, во сколько подъехать. Да, я тебе вообще скажу, что мне надо. Посмотришь там да. С Валерой. Я еще позвоню, когда ты дома будешь. Так что все, еще один паспорт мы сделали, Любаньке нашим. Ну, у меня все сделано, все уплачено. Ну, понятное дело. Ты же не за свои деньги платил, правильно? Какая разница? Как ты за свои платил? Ну. Я-то заплатила, мне можно на все. Ну, заплатила когда? В мае. Где паспорт? Нету. А здесь через следующую пятницу у тебя будет паспорт. Видишь, это еще мы здесь долго провели время, потому что она недавно работает, эта клуша. Надо ее в следующий раз что-то, это, шоколадочку купить. А, в углу зажмучить ее, да? Дышку.